все есть. Ух ты. А у меня было. Ой, а я уже мерзну, ни хрена себе. Я выпил. Ага, я выпил. Во. А он еще по умолчанию дает управление. Классный лук. Ого. Классный лук. Да я вижу красный лук, ты их мечом всех оборола. Не, ну это ж такие. А лук действительно клевые. Бирюзового цвета такого. Он еще отравление дает, как я понял, ядом. Да. Там на нем написано, яд 5. Угу. Урон от яда дает. Да, классно. Как мы на гору легко. Стоп, где-то Вайрвуд, или как его там зовут? Голем? О, кстати, вспомнил. Тут есть пещера, я ее нашел. И нам надо сходить, да, нам надо сходить и эту пещеру облутать, но там будут волки. Да, поэтому нам будет больно. Угу. Вот. Тут, кстати, что-то есть. Кто там есть? Да ё-моё. Серебро где-то тут есть. Где-то серебро есть. О, я вижу дракончиков. Да. И яйцо, походу, где-то. Обсидиан. Ставлю обсидиан. Так, а какими я хоть там? Ох, нормально сносят. Да? А, ну вот взял и завалил. Ну вот. Клёво. А, вот вижу, когда лудил. Сейчас я до лута сбегаю. Хорошо, я тут. Как гора в крови. Кровеносная гора. Угу. Так еще вот кто-то большой ходит, да? А тут есть этот робот Вертер. Аниматроник сдолбанный. Сейчас, ну-ка погоди, снова выстрела. Баба? О, красота. Где-то близко. Где-то близко. Тихо-тихо. Где-то туда? Во, да, я пошел. Можешь обычной киркой подолбать здесь, чтобы я не тратил ее? Бронзовой киркой могу? Давай-давай-давай. Давай. Опа, у нас проблема. Стой. Здрасте. Это... Я его буду отвлекать. Ты живой? Живой? Да, это каменный голем. Опа, здрасте. Да. А! Подожди, голем. Ну-ка, дай-ка я. Среагировал? Да. На всякий случай. Вдруг уматывать придет. Слушай, я хочу сказать, обсидиан нормально дает. Ну, нормально. Угу. 18. Ой! Можно с ним хотя бы это. Каменный голем. Ты чё вдруг встал-то, блин, а? Серёга, чё не так? Эй-эй-эй! Ой-ой-ой-ой! Так, а я попробую на огонь ещё поменяю. Посмотрим, как ему огонь. Вау, ты... О, нормально. Я думал, сейчас пол хп как снесёт. По-моему, ему похер огонь, да? Я не успею посмотреть. Я спокойно кончается. Да, по факту. О, драконы! Драконы! Погоди, убегай, он сейчас с драконами будет воевать. Я пытаюсь, у меня стамина кончилась. О, весело. О, смотри, он отравился, видела? Вон, видишь, да. Лук зеленый? Да, да, да. Он отравился от лука. Угу. Так. Где-то совсем рядом у тебя пипикает. Ну пока его отвлекаю, ага. Он его это. Да. Блин, я тоже стреляю. Что, сейчас будет ночь, и к нам прибежит этот волк. Ой-ой-ой. Сейчас у нас это плохо. Угу. А здесь главное не спрячешься, да, нигде? Вообще нигде. Угу. Не настроишь тут. Воу-воу-воу-воу. Что нахер, ублюдок? Эй! Ты не на того нападаешь. Так. Ну-ка. 23. Ой, он идет. 25. Ай, отлетел. Нормально? Ага. Это полет. Да. Ты умница. Ты завалила. Ну, вы завалили. Пристал. Пристальный боевой топор. Это рядышком. Так, ты давай это копай. А ты говоришь копай, как пацан. А я вот тут начала, да? Да, блин. Где мне хоть? Еще кто-то? Есть нюанс. Этот лук, походу, очень быстро расходуется. Да, практически половину куклы уже. Ну что, у нас прокачать? Он же первого уровня у нас. А тут у нас все-таки четвертого уровня. А мне вниз хоть? Куда мне хоть? Вниз прям? Пойдем со мной. Есть одна маза. Надо костерчик забрать свой. А то мы сейчас охереем от холода. Давай. Где я тут подыхал 100-500 раз? Вот. Так. Ого! Тут целая база такая меня. А там этот ресурс, кстати. Угу. Забрать его? Блин, сейчас волк. А к нам сюда волк прям можешь перемещаться? Мы тут можем типа скрыть? Может, запах. Они уже где-то рядом. Блин, уже ночь. Угу. Хреновенько. Угу. Ночью на зимней локации это такое себе. Угу. Тишка. Погоди, это что было? Я тебя понял, что это было. Это что? Дракон. Ага. Так.
Не понял. Сейчас большой припрется, да? Блин. Запросы. А вот это что за кристаллы? Ну, а кто у нас ответил? Отходи, отходи, отходи. Во-во-во-во. Блин! Напугал. Гад. Нет! Уйди! Отстань от меня, ты нечисть! А! Нет! Да у меня стамина не успевает остановить. Блин, двое! Ой, ё-моё! Ой, двое! Огонь! Огонь, огонь? Да. Ой-ой-ой! Кто-то прям... Так, минус один. Но у меня как-то пойдет хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, кошмар. Ай-яй-яй, пятерочка. Джаст, мне нужно немножко это сейчас. Давай, если попаду под удар, я тут буду трупом просто. И остался только один дракон конченый, который мне, в принципе, надал мясо. Ушел? Вот это за мясо. А это тоже надо, ну, колоть? Может, тут можно расколоть? Тут можно расколоть? Ну. Нет? Почему? О. Там толку ноль, нет? Погоди, стой. Не-не, жил вот здесь. Да? Жил вот здесь, вот. Угу. Где мы ее там? Здесь она где-то была, да? Ну вот тут я копать начала. Че, копать тут? Да. Прям вниз? Да. Ой. Серебряная жила. Вот. Нашла. Это вокруг роя, а я буду самую серебряную жилу. Ага. Угу. Ой, тут прям ниже уходит. Нет? Не-не-не, оно подо мной. Да, вот я пыталась. Вот тут жила просто еще. Так. Ну-ка. Вот она. Угу. Так, все, давайте на охране, я пошел рубить. Ага. Могу еще пробить, если надо. Не-не-не. Лук прям очень быстро куку. Половина уже. Больше половины. А прокачивать его на каком станке? Ну, после в том, на каком станке. Ну, на этом, на улучшенном. Угу. Ну, после того, что это, то, сколько у него ресурсов. Угу. Ресурсов он требует, я того душу мотал. И нам еще слизи нужно. Много-много слизи. А слизи это у нас на болоте от этих от зеленых тварей. А, прям слизи надо. Да, на один лук 10 слизи надо, зеленый. Да, это очень дофига. А у нас в том доме много слизи, нет? Все взял. Все, что было. Если на болото нам 5. Ну ты знаешь, в принципе, пока можно с обычным луком побегать, потому что там разница только 5 единиц. Ну да. Основную свою задачу делают стрелы. Ну да. То есть вот эти стрелы из обсидиана, они, конечно, прям имба-имба. Там кто-то подходит нам, по-моему. Пока никого не вижу. Только смотри, далеко от костра не отходи, потому что ты замерзнешь. Ой. А то есть вот эта морозоустойчивость не помогает тут зимой? Морозоустойчивость ничего не помогает. Помогает. Ну. Но я просто костер поставил, чтобы ее не тратить. А, блин, а я одну приняла только что. Ну, ничего, нормально. На автомате. Ты, все правильно ты сделал, ты молодец. Блин, и кирка, конечно, расходуется прям капец как быстро. Да? Места нету. Ну ладно. И кирки нету. Вон там, видишь, тоже ресурсы лежат какие-то. Че ты? Это железо дракона. Я резаю. Пойдем. А пещерку надо будет потом сходить. Да, в пещере будет этот. Маруся. Указатель на мать дракона. Прям на клавиатуру мне залезла. Капец. Зачем сюда борозы работы не вижу дома? Охреневшие животные. Ты чего ты? Шутки шутите? Ну, слышите? Хорошо, она волка не видела. Зимушка. О, прям снегопад. А то бы у тебя вся бы комната была в какашке, да? Как интересно, тут снегопад. Сейчас пройду 2 метра, ну вот просто 2 шага. Ни хрена не будет. Опа, и нет снега. Как это интересно. Смотри, нет ничего. Ага. Give it to me like...